Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Неравнодушный разговор». И сегодня к нам на программу приехал батюшка из древнего русского города переславль залесский И речь мы с ним поведем о феномене русской народной сказки. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Иерей Игорь Мухин. Священник женского Никольского монастыря, город переславль залесский Клирик Ярославской епархии. Дорогой отец Игорь, разговор о русской сказке мы начнем с того, что я угощу вас сказочно вкусным <laughs> и душистым чаем, фирменным нашим. Вот. И задам первый вопрос, который прозвучит вот так. Скажите, пожалуйста, откуда у вас такой интерес к сказке, к русской сказке? Да, очень интересный вопрос, но ответ на него э, может показаться достаточно простым. Мы все с вами родом из детства. Как сказал Экзюпери. И, да. и даже в советское время, когда были закрыты храмы, монастыри, не звучало Слово Божие, Наши первые Евангелия, сказки, они наполняли нас этим православным духом. Поэтому, если говорить о русской сказке, открыв сборник русской сказки, мы там можем обнаружить и языческие сказки, и сказки житейской мудрости, как мужик Гуси делил. Угу. Но речь идет сейчас не, не, о, не о них, а о сказке, название которых вот, темы сложилась у меня со временем Сказки Святой Руси. Потому что их складывали, и авторами их были именно граждане Святой Руси которые с молоком матери впитывали, что они здесь странники-пришельцы, что здесь пожить, приготовиться к вечной жизни. И поэтому, конечно же, они излагали в это народное добротолюбие, наполняли их смыслом евангельским. И под разными образами как раз и в русских сказках, в сказках Святой Руси, идет речь о спасении. И если ребенок в детстве как дети, мы слышали сердцем и питались им, когда было время голода духовного, то придя в церковь, мы имеем возможность еще раз прикоснуться с, с русской сказкой, сказкой Святой Руси на другом уровне, на уровне уже ума, чтобы сочетались и ум, и сердце. Гармония. Батюшка, все-таки отпейте нашего чая. Вот. А я э, сейчас хотел бы высказать мысль, не знаю, согласитесь вы со мной, нет. С годами, как и вы, очень любя русскую сказку, я говорил вам, я все больше и больше ее занимаюсь, увлекательнейшая вещь. Я вдруг обнаружил, ну не сразу, что вообще сказки, которые. Знаете, у нас такое есть понятие это для детей. А для детей почему-то, представление, многих это что-то примитивное, да, не очень сложное и так далее. Большинство сказок это вообще не детские. Да? Нет, тут дети снимают какой-то да, свой слой, да? да. А они вообще не детские, в этом смысле этого слова. Вы согласны со мной? Я с вами очень согласен. Мне очень приятно беседовать с вами, потому что вы очень тонко чувствуете, изучая русский язык. И действительно, приближаясь к разговору о русской сказке мы и отправляясь в нашу духовно-археологическую экспедицию с целью добыть необходимый для нас термин духовно археолог надо запомнить с целью добыть необходимые для нас духовные артефакты осмотримся в каком направлении мы пойдем чтобы убедиться в правильности нашего пути ну вот же перед всеми указатель все проходят мимо не замечая и даже затаптывая сказка ложь но в ней намек добрую молодцу урок казалось сказано все таким грубым словом сказка ложь это для детей. Это какая-то небылица, не стоящая внимания. Но это именно тот покров юродивости, за которым, по милости Божией, и сохранились для нас наши первые, вот эти первые Евангелия детские. И если, и с другой стороны, это является покровом, как помните в сказке о Буратине, все ищут таинственную дверь, но только любознательный нос неунывающего Буратины, протыкая холст на котором изображен горящий огонь с котлом, проникает в коморке Папе Карла, открывает эту невидимую для других дверь. И с другой стороны, это грубое слово, может быть, можно было э, другое подобрать, более такое лояльное и гибкое, но именно это слово хорошо говорит. Оно является и покровом, и с другой стороны, привлекает внимание наблюдательного исследователя. И если человек подошел уже то перед ним начинают открываться двери, обнадеживающие. Но в ней намек, добру молодцу, урок. А тогда я хочу спросить вас: а какая ваша э, самая любимая русская сказка, о которой вы хотели бы сегодня вот, проанализировать такое слово, холодное, но ну, вот, ну, вот так вот поведать о ней, растолковать ее по-своему, чтобы стало интересно, по-другому ее показать, да, в ином ракурсе. О какой сказке вы хотели бы повести речь? сначала бы хотел сказать этом пару слов вообще о русской сказке. Основной сюжет русской сказки — это о том, что ум Иван, пока был невеже, мужское начало, князь мира сего, Змей Горыныч, восхитил его, или Прекрасную, Василису Примудрую, его невесту. Вот этими красивыми эпитетами говорится о глубине сердца. И Иван, человек, доживая до определенного возраста, 20-30-40 лет и далее, и, увлекаясь по прагма... прагматическим дорожкам стяжания, начинает понимать, что ничего ему не приносит радости, утешения, на сердце сухо. То, что он имел в детстве, сейчас его не волнует. Он вроде добивается этих целей, но внутри он замерзает. И он начинает оглядываться и начинает свой путь. И на этом пути он обретает клубочек. Помните, да, в сказках? Обязательно. Который, разматываясь, указывает ему дорогу. Или перышко его ведет. Ну да, да. 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 Что такое клубочек? Это чтение Священного Писания, святотических преданий. И читая это, человеку церковляющий... Постигание, постижение мудрости. Вот да, это, мудрость. Да, да. Он видит перед собой открывающий путь. Облекается со временем, проходя уроки свои, исполняя заповеди, облекается в доспехи, в да, добродетель, да, щит веры, шлем спасения, находит меч-кладенец, а это молитва, а бою Если неправильно им пользоваться, можно и повредиться тоже, с одной стороны. И выходит на битву со змеем. двенадцатиголовым, палящим, страстей. Отсекает ему голову, вторую, третью. А змей проводит огненным пальцем. Они опять вырастают. Они опять вырастают. И он понимает, наш герой. Как не отсеку этот палец, не видать мне победы. А что такое палец? Гордыня. Вот человек приходит в храм постится, исполняет заповеди, читает, но внутренне, не освобождаясь, не приближаясь к смирению, он стоит на одном месте. И опять же, сколько он не живет в церкви, остается прежним, неисправленным. И только когда секает этот палец гордыни, приходит к смирению, перед ним открываются двери, и он обретает гармонию в соединении ума с сердцем. Ведь об этом пишут святые отцы в учении о молитве, да? что ум должен сочетаться с сердцем. Сердце должно стать умным, Сердце умным. <laughs> а умным добрым. И, отвечая на ваш вопрос, такой содержательный, сказка прожила много периодов, и она жила всегда, и продолжала свое развитие. И огромный вклад в развитие сказки оказали многие люди, неизвестные нам, но известные Богу. В том числе в советское время, когда все было закрыто и покрыто этим покровом, огромный вклад вложили в развитие сказки наши великие режиссеры-сказочники. Александр Роу, Александр Птушка, конечно, со своими творческими коллективами. И сегодня хотелось бы, многие сказки из них можно просто, это тема целого не одного часа, но сегодня хотелось бы поговорить о сказке Морозко любимый, я уверен, всеми нашими, и знакомый с детства почти да. почти всеми, да. да, шедевр вообще, шедевр. И помните, как начинается сказка Морозко? Показывается изба, в котором дедуля, можно сказать, тут расслабленная воля, угу. не может навести порядок в доме, поэтому властвуют страсти, да. Марфа со своей матерью. Уничижается душа, настюшенька душенька Одно задание сложнее другого, не уживается. Как в Золушке, да, параллели провести. Да. Это вечный сюжет. Да, в доме своего... приводит. В доме своего отца она должна быть принцессой и наследницей. А, -а, -а. а властвуй страсти, мачеха со своими дочками. Любит балы, наряжаться. И пока так живет, душа остается Золушкой. А родитель под гнетом, угнетается, да, под спутом. Да. Вот эта реальность нашего времени сейчас. Все вроде более-менее живут нормально, угу. а в душе гулаги продолжают действовать. Вот эта печаль такая нашего времени. И потом дается со временем уже дается приказание вот этой воли отвести вообще дочку в лес, в холодный, потому что жизненная Марфа это как бы наш ветхий человек. Ее жизненная кредо: хочу жениха, хочу богатства. Хочу, хочу, хочу. Все и сразу. Пока человек живет таким духом, конечно же, душа его окажется в стране далече. И он будет себя чувствовать очень неважно. Потому что святое место пусто не бывает. И тут показывается другая сторонка, другая избушка, тоже покосившая, которая показывает, что и здесь не все в порядке. И выходит из нее добрый молодец, Иванушка, пригожий, богатырь. Мама, устремляясь свое, свое странствие, мать дает ему заветы. Старших уважай, младших не обижай, мать не забывай. Да ладно, отмахивается наш самодовольный красавец, поглядывая в зеркальце. Как сегодня говорят, самодостаточно. Самодостаточно. А -а -а. И устремляясь по своему пути, надо сказать, идет он необыкновенным путем. Потому что хоть и замечает этих красавиц, которые завлекают его на его пути, пытаясь увести его с этого прямого пути. И он любуется собой и видит, что на него обращают внимание, красуется собой, поглядывается. Нар нарцисс в зеркало. такой. Да, нарцисс. Вот. Но и пройдя это испытание, он приближается уже к другое, к другому миру, к миру духовному, дедуля-грибуля. Давай, Иванушка, с тобой сыграем в прятки. С тобой-то, да я-то, у меня такие ноги, мышцы. А в этом духовном мире мышцами не потрясешь. Современный, и очень ку... современный человек. Кулачками. И вот он убеждается, сколько не гонялся, вспотел весь. Дух дышит где хочет. Где Там где другие законы. И куда уходит, и откуда приходит неведомо. Ладно, твоя взяла, смиряется, Иванушка. Ну ладно. Раз смирился, вот тебе награда: берет волшебный лук Иванушка и уходит. Иван, ты забыл старому человеку поклон? отдать, да поблагодарить, пускай тебе медведь кланится, отвечает наш гордец. Ну что ж, Иван, годы покажут. Кланится будет медведь, да согнется твоя спина. И продолжая свой путь, он выходит на опушку у пруда, где видит свою суженую. Она сразу привлекает его внимание. Настюшенька поливает пень. А что такое пень? пень – это наше сухое сердце, непитаемое влагой евангельской, духовной жизнью, она и в человеке замерзает. Девушка красавица, а что ты делаешь? Плеваю пень. Вот упорно она, да, вот. Упорно. А подрушание. если даже, даже притча есть, да, такая замечательная, о монахе, который поливал и, и проросло. Иван Да, 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 да. Плод да, 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 плод, да, потрясающе. Да. Вот. А кто тебе сказал? Мачеха. Ну и злая тебя мачеха. Обыкновенные, отвечают, как все люди. А он пристает к ней. Не Проходи за меня удивить. замуж. Я и в бою не сбою, и плесун, и охотник, и работник. А я тебе не пара, отвечает Настюшенька. Да. Иван в замешательстве. Как так? На него все смотрели, жаждали его внимания. А тут такое, и... uh -huh. игнорирует его вдруг. Хвастаться не умею, отвечает Настюшенька. Такой замечательный, мне нравится. И тут он говорит: "Да я не хвастаюсь". Берет свой волшебный лук, пытаясь поразить медвежонка. Да. Настенька одевает на него кадушку, и это время в духовном пути у каждого человека период познания своего ветхого человека. Медвежья голова. Вообще ослепление. Сначала прозреть надо, сначала ослепнуть. Как с апостолом Павлом, да? Три дня он не видел ничего. Познал свою немощь. Немощь, да. Свою. И вот, увидев себя этом, сначала, конечно же, он, он претензий предъявляет к Насте. он не винит себя сначала, убегает, там чуть ли не проклинает ее, да, но убегая потом, и... Колдуни называют, да, все, да. Встречается опять с дедушкой с этим, и он говорит, эх, Иван, Иван, как же ты жил? От тебя ни доброго слова никто не видел, ни дела. Только собой любовался, докрасовался. Научил ты меня, дедушка, разума. Смиряется уже. Уже начинает духовный путь приносить какие-то свои плоды. Через скорби. Через скорби. Через скорби. Быстро сказка сказывается, да не быстро делается. Поклонился он. Ну, видишь, Иван, медведь не кланяется в ножки, да согнулась твоя спина. Твоя спина. Спасибо, дедуля, научил ты меня уму-разуму. Но теперь я понял, буду делать добрые дела, и через свою доброту прежний вид приобрету. Сто, Иван, самопознание, самосовершенствование. Ты ничего не понял, все понял, бежит, сам могу. Uh -huh. Не понял человек еще, что без Бога, без меня не можете творить, и ничего же. Бежит, понимает, что добрые дела делать надо. Прибегает, подайте слепому хромому. Насколько авторы все это емко. Это мог написать только человек и создать, который полностью жил духовной жизнью. Кстати, Александр Роу родился в Сергеем Посаде. Подайте слепому хромому, на тебе пятак. Не полушку, а пятак, большие деньги. И тут же смотрится в зеркальце. А слепой-то наш прозрел. Оборотень. Кидая свои протезы, ящики там, бежит. Оборотень, спасайся, кто может. Опечалился Иванушка, выходит, смотрит на опушке. детишки грибы собирают. Какое вам доброе дело сделать? Опять детишки грибы. Страхи. Выцерковляется человек. Например, жена не афицтствует, приходит домой. Батюшка сказал нам нужно срочно венчаться, всем срочно в храм. Нарушаются иерархии, нарушаются право воли человека, и человек не может понять, что Господь призвавший, открывший нам глаза, любви нет. Любви нет. Вроде все правильно, золотой ключик, а любви нет. Угу. Не открывается. И все бегут. Оборотни. Вот это одна, одна из проблем нашего времени сейчас. Когда мы в взрослом возрасте стали выцерковляться, еще не, не избавились от нашей, не, не познали глубину нашей любви. Все мы из советского прошлого. Да. да. Еще не, не прошел период покаяния. Вот, к сожалению, большие, многочисленные бывают э, развалы семей, и враг тут, конечно же, тоже. И идет он печальный, приходит, возвращается опять же к этому пруду. Настеньки нет уже. Она ушла. Но смотрит, пень-то зацвел. Цветочки на нем распустились. Ведь когда она поливала, что это? Это покаянные слезы. Они оживляют наше сердце таинственным образом. И он дивится этому, а вдруг смотрит, тот кряхтит. Смотрит бабушка, немощная: Помоги, сынок, дров донести до дома. А где ты живешь? Да все в гору, а потом с горы, а потом опять в гору. Духовный путь. То в гору, то скатываемся опять, то опять в гору. Постаем, опять падаем, да? Быстро сказывается да, да не да. скоро делается, да, к сожалению. И вот он совершает этот путь, показывает, как он потеет, идет, приходит. И она его благодарит. Спасибо, сыночек. Спасибо, красавец. Он раз за зеркальце, а там медвежья морда. Обличье. Что ты врешь, старая, неправду говоришь, какой я красавец? И смотреться я больше не буду. Разбивает зеркальце. Возвращается к пруду в печали и тоске. А в духовном пути бывает и такое, когда душа унывает. И видит тросточку бабушкину, которую та забыла. И в нем рождается первый бескорыстный добрый помысел. Как же, батюшка, как же бабушка без нее? Надо отнесть. И происходит преображение. Он не видит, что он преобразился. В чем преображение? Буквально в смысле смена образа. Смена образа. Смена на человеческий. А да, тут опять? уныние, наваждение. Угу. Он приходит и жизни хочет, наклоняется над водой и видит, что не все так плохо. И опять э, идет по своему пути далее. И наступает период обучения молитве. Конечно, мы это рассказываем сейчас как бы периодами. Бывает, зачастую это все одновременно совершается. Выходит на... Известную пушку, на которой стоит известная избушка. избушка. Известные особые. И Особо и, да. и известные. С, с определенными гражданами, да. насильниками этой избушки. Избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Лес, темная сторона души человеческой. Лес помыслов. Вот человек уцеркавляется, берет утренние вечерние правила, начинает читать, и вдруг с ужасом видит, что ум улетает куда-то. Лес помыслов. Вроде в обычной жизни он ходит, ничего этого не чувствует. А но... как только берется за или в храме во время молитвы, что только не лезет в голову? Лес помыслов. Угу. А приживальцы, которые прижились за годы духовного невежества человека, они не рады объявившемуся хозяйчику. Конечно. Жили себе. К Ивану задом. да. Питаясь энергиями человека. К Ивану задом, к лесу передам. и опять идет нелегкая борьба страхования там показываются тоже такие. Но наш герой не унывает. Вот в чем дух русской сказки, что в ней вот этот дух добра и любви, он покрывает все. Но глубоко оптимистично в сути глубоко сути своей. В сути своей да. Что Господь рядом, близ. И все совершается силой Божией. Силой Божией в немощи совершается. Одерживает победу над этим. И наступает перед ним уже более длительные, Период испытания, зимний лес, когда идет сугробы, проваливается в ямы, колючие ветки Но цепляются. Это не, это не лето, это не лето. Это не лето благоприятное, не лето, Господне, да? Вот цепляется, препятствует пути, проваливается, прибегает тяпа, ангел-хранитель угу. вытаскивает, помогает к ним. друг. А в это время нашу вторую часть сердце наше Отвезли в лес. И сидит она там, холодная, голодная, замерзает. И выходит хозяин лесов. Девушка-красавица. Как тебе? Хорошо, дедушка. Хорошо морозушка. Странно. На земле все унывают, все отчаиваются. А это всем довольно. Еще благодарит. Что за чудо юда? И благодарит. Еще благодарит, да. Обегает, наводящую пущую мерзлоту. А как тебе сейчас, девушка-красавица? Хорошо, дедушка, хорошо, морозушка. До конца принимает свой крест, не отвергаясь от него. До самой смерти, почти засыпая, тут дед ее облекает в одежды, согревает, уносит в свою избушку, который приходит наш главный герой, ум, прошедший угу, свои испытания. этапы, испытаний, самосознания такого своего недостоинства. И, встречая дедушку, а, конечно же, там опять же не происходит все это без наваждения, Насюшенька замерзает, сердце наше замерзает. Ведь умом мы высорковляемся, не сразу приходим к сердцу. Приходят на исповедь люди и говорят, батюшка, сердце жесткое, холодное, не могу любить. А как мы можем любить, если мы еще не прошли многие-многие периоды? еще не сознали свои немощи. И он говорит ему, а Настенька спит. А что же над ним-то спит? она, Иванушка, теперь всегда спит. И он подходит к ней, наклоняется над нею. В других сказках из него, из глаз падает покаянная слеза. Горячая, да. Горячая. И сердце размораживается. Иванушка, какой же ты хороший стал. А я теперь всегда такой. Только добрые дела делаю. «Ой!» — восклицает испуганно Настюшенька. «Что такое? А вроде медвежья шерсть опять тебе пробивается. Совесть очень тонкая сразу же. Например, огонь, вода и медные трубы. Там тоже период. Медные трубы загудели. И они, получив брачные одежды, помните, да, евангельскую притчу? Почему ты, братья, пришел сюда не в брачных одеждах? получая свою шкатулочку с изумрудами, бриллиантами, все слезинки Настюшеньки за ее скорби. Дары, да. На троице да. летят. Тут последние мытарства, встречи с разбойниками, сражаются. И э, приезжают к родителям. Зведющая. Э, простите, это же тройка потом у Гоголя всплывет на совершенно другом переосмыслении. Это удивительные корни ведь. Тройка вообще, да? Угу. Троица. Полнота ведь и человек троичен тоже безусловно. Дух и даже, и тело, если да. говорить басня Крылова: лебедь рак и щука. щука да. Ум лебедь хочет воспарить в небеса. А, а, плот, а расслабленная, тяни, воля, да. расслабленная воля расслабленная да. воля рак пятится назад, а чувство и чувственность щука в, в пучино, глубины. Пучино, да. его с на одном и том же месте. Заведущая мачеха говорит: настюшеньки, мужика дал Дед Мороза. А Марфушеньки, душеньки, даст барина, боярину. боярны, угу. боярина. Настюшеньки сундучок, а Марфе сундук. Почему сундук? Два сундука. По сегодняшнему олигарха. И вот отвозят нашу героиню Марфушу. И На же же Подходит Дед Мороз. Как тебе, девушка, как тебе, красавица? Да ты что, не видишь, старый? Замерзаю. А сама запивает молоко. Луковицы закусывает такая. Что за чудо дают? Обегает опять. Хорошо ли тебе, девушка? Хорошо, красавица. Подавай жениха, подавай богатство. Хочу, хочу, хочу. Жизненная кредо ветхого человека. И вот возвращается наша героиня. Запряженная упряжка свинья. Сидит на сундучке, Мать подбегает, открывает, а из него вылетают вороны. В других сказках змеи варианты, шипят, да, в ползаю, да. Да, всякая нечисть, жабы. Это ведь образ нашего сердца, который открывается на страшном суде. Почему страшный суд? Потому что тогда у человека открываются глаза, и он познает, что жизнь-то прожил. И у кого-то там драгоценности самоцвета, а у кого-то змей. Да. Если он исполнял, если он шел с Богом, без, э, без меня не можете творить и ничего же. Если не собирались с Богом, то ничто невозможно собрать. И, И вот за все благодарили. Вот это удивительно за все благодарите, когда она говорит, да, все хорошо. А вы вот смотрите, читала сейчас в воскресенье э, притча Божия в храме о талантах. Uh -huh. И те, которые приносят таланты, они говорят, вот, го Господи, да. пять талантов, которые это ты миллион, нам дал, да. ты нам дал. Не то, что я там, ты нам дал. Без этого вообще разговора просто не было ничего. Мы ничего бы не приобрели, если бы у нас вообще ничего не было. Ты нам дал. И благодаря тебе. бачка я когда-то встретил, э, удивительно, тоже страдал, Думал, что такое талант, да, вообще-то? Mm -hmm. Я говорю, талантливый человек жалко пьет. Mm -hmm. да? mm -hmm. Талантливый человек жалко, вот не пишет, да, и mm -hmm. там не. Mm -hmm. А вообще очень талант закопал-то. А, да, закопал, mm -hmm. да. yeah. У святых отцов встречаю, Потрясающе. все проставил на свое место. Святые отцы говорят, талант это поручение от Бога. Поручение. Дело, которое нужно. Ку де... Куплю девяти От Бога, да. Во-первых, надо угу. да, его исполнить. Исполнить. А потом доложить. Как исполнить? Служение человека. Да, то есть У то каждого тебе вообще не принадлежит. Угу. Тебе поручили это исполнить. Если замолчал, если утаил, не поделился, то и сам и куплю не сделал. Закопал. И сам не приобрел ничего. Да, и, да, и ближний да. мне оказал помощь. И что ты будешь, как будешь отчитываться? Ведь после исхода Адама, падения Адама, он, имевший всю полноту, Господь привел его к творчеству, дал имена нарекать животным. И он сразу познавал всю сущность этого животного, который создал Газ. Разревал его. Разревал. Да, да. И давал имя. Например. Великий Талант. Да. да. Ворон. Вор он. Прибежал, да, да, да. прилетел, украл серебную безделушку какую-нибудь, там, или золотую, там, да, вора, бей, там, да, как-то так, ну, мы так, Хотя, вот, хочу сказать, что это было много лет назад, очень-очень давно я служил в армии, попал в госпиталь и читал э, такую интересную литературу, до которой так не доходили руки, у Короленко э, Владимира Галактенча есть... Небольшой рассказ называется Талант. Чем он меня и привлек в своем uh -huh. названии? Там описывается как в провинциальном э, городишке э, э, труппа выступала театральная. Uh -huh. Мало uh -huh. кто знает этот рассказ, но он такой неприметный. Э, и там был один актер uh -huh. на первых ролях, герой-любовник. Вот когда он выступал на сцене, все плакали. Он был настолько убедителен, настолько велик его талант. Стоило ему сойти со сцены. Uh -huh. Это был пошляк первейший. Первейший к такой какой-то То очень, очень понимаете, да, угу. и сидят э, два человека, которые любители театра, меценатствуют, да, покровительствуют ему, и как раз о нем рассуждают, что такое талант, У -у -у. ну как это может быть, вот только что да, вот он да, нас потряс, да. сошел, еще, да что за человек, У -у -у. и один из них изрекает потрясающую фразу, я не знаю, как вы ее оцените, как отнесетесь, он сказал, господа, талант это драгоценный груз, это первая часть фразы, а -а -а. который иногда бывает звален на спину осла. Понимаете, как иногда это случается? Тоже ведь, да? Да, это большая ответственность, большая, огромная ответственность. Но всегда это драгоценный груз. Вот это очень важно. Ну иногда вот, но без помощи Божией нести его действительно бывает очень тяжело. Сколько мы знаем примеров творческих людей незвурядных, которые не очень хорошо заканчивают, потому что действительно груз. Батюшка, вы даже не представляете, как вы меня радуете своим повествованием еще и потому... А, надеюсь, что наши телезрители тоже, да, просто да, нисколько в этом не сомневаюсь, что ваш покорный слуга, он уже ну, около 10 лет к ряду, и пишет, и говорит, и выступает, и всегда говорит одну и ту же вещь. Я просто не устану это повторять. И русский язык святой и великий, не все языки святы, и великая русская словесность, они без Евангелия, они без священного Писания непонятно они распадаются. Да, да, да. То есть мы снимаем какой-то вот верхний uh -huh. уровень порой, uh -huh. да. Но вот эта удивительная глубина, вот эта толщина, вот эта небесная, да. Вот эта высота удивит, лазурь, вот эта божественная, вогородичная лазурь. Она без священного Писания непонятна. Непонятно. Даже вот казалось, бы, сказка, да. Да, вот мы смотрим, да вот кто-то сейчас действительно, я представляю, сколько удивленных, восхищенных зрителей, я он так благодарен, э, они говорят, они сейчас по-другому этот фильм будут смотреть, <laughs> но ведь и когда смотрели фильм радовались, mm -hmm. да, его нельзя не надо шедевр абсолютный кинематографический добрый, да. <laughs> добрый. Это вот. шедевр действительно. И, ну, и какие там удивительные пласты, и чтобы артисты каждом... подобранные, все да, сложилось. Все же, я просто все сложилось. Шедевр, да. Конечно, не обошлось без помощи Божьей, это однозначно. Да. И всего вся, вся фильмография. Как она повернулась да, удивительными гранями, да? Как, как я убежден, поволачивается любая русская сказка, потому что. А она... почему Василий Давидович? Сейчас этот покров как бы снимается, потому что о чем не догадались борители с православием, которые объявили духовную жизнь опиум для народа, мы видим сейчас. Какой опиум, сколько. Опиум народа. Да. Назвали, да. Сейчас в нашем народе. Как страждет жестоко русский народ. То догадались нема, сатанисты. И они взламываются, в детские сердца, не имея золотого ключика, отмычками. Коверку ну, Ломом. лобом скрывают, взламывают да. эти детские нежные сердца. Потому что сказано: слепой, ведущий слепого оба упадут в яму. Если родители слепы духовно. И только думают о том, как ребеночка накормить, дать, одеть, дать образование, полечить. А в наше время и многие дети этого не имеют, к сожалению. К сожалению. Но если они не совершают свой духовный путь и не, не ведут за собой, святое место пусто не бывает. И поэтому сейчас происходит, Василий подмена подмена. Идите, сходите в магазин, и вы увидите, вот сейчас напротив вашей студии, я зашел в магазин, я не нашел ни одной сказки. Александр Ров, Александр Птушка. Это большой книжный магазин. Да, в основном какие-то западные, какие-то там непонятные персонажи. Фэнтези. Которых... Фэнтези. Не научная фантастика, которую мы читали в детстве, и которая очень э, да, развивала uh -huh. ум. Ведь многие э, догадки этих писателей стали потом реальностью. Духовная фэнтези. Да, да. Казанцев, Такая... Беляев. Какие-какие да, да, да. какие замечательные Они авторы. Они предвосхищали. Да, Стругацкий. Развитие. А эти, да, а это фэнтези. Uh -huh. Это вот так. Жанр такой, да? Такой вот. жанр лукавый. Бачка, наша передача подходит к концу. Э, у меня к вам просьба, э, вот в, что называется в крупный план, сейчас обращаюсь э, к нашим телезрителям, большинство из которых родители, у нас семейный образовательный канал, сказать какие-то очень важные, главные слова о, о том, э, как э, должна бытовать сказка э, в семье, где есть дети. О ее месте. Это, конечно, таинство. Таинство Божие. У детей есть свои центры. Есть свои центры, которыми они познают этот мир. И в зависимости от того, какая, какие сказки они питаются, потому что это питание души, духовное. Они из этих кирпичиков строят свой мир внутренний, мир, мир познания, созерцания. Возрастает их душа. И если родители не совершают эту функцию ума со своими детьми, сами, идя по духовному пути, не совершают этот путь воцерковления, ведь сейчас время ликвидации духовной безграмотности, ликбезы. Если мы это время пропускаем, мы можем потом очень многого недополучить. Сколько возможностей сегодня. Да. Зайдите в любую нашу православную церковную лавку. Столько книг, столько ясти питья духовного, видео, аудио раньше никогда не было. Это правда. Поэтому пей, трапеза полна, приходите, тельцы заколаны. Очка, вы со мной согласитесь, я просто восполню ваши слова, вот этой мыслью о том, что если в детстве в определенном возрасте у ребенка не будет сказки, что-то важное в нем не состоится. И чего-то очень важного с его душой не случится потом. И родителям даже не нужно объяснять и толковать их. Дети сами понимают. Им надо читать. Просто Но читать. со временем, Просто возрастая, отрок поймет, что он сам, этот герой сказки, он находится в эпицентре ее. Он совершает свой духовный путь. И эти заветы святых отцов напитают его смыслом. Они его ободрят, они его укрепят. Это светотический путь. Иначе путь другой. Вот эти лжесказки, они ведут своих неофитов по ступеням. Наркомания, лже-мир. Лже-мир, язычества, наркомания, псевдомир. разврата. И мы видим сейчас, что происходит с этими молодыми людьми, которые уже начинают глумиться. С одной стороны, их очень жалко, потому что они не получили, потому что души их погибают. Ибо не ведают, что творят. Что творят. Дорогой mm -hmm. отец Игорь, позвольте мне от своего имени, от имени наших телезрителей поблагодарить вас за эти драгоценные минуты духовной радости и пожелать вам помощи, Божьей вашему служению mm -hmm. и Богу, и великой русской словесности. До свидания, всего доброго. Берегите себя. Храни вас, Господь. Дорогие друзья, нашу гостеприимную студию покинул батюшка, который восхитил нас просто да, своими удивительными размышлениями, таким анализом русской сказки. И завершить эту программу тоже хотел с чем-то сродни сказки. Таковым стало стихотворение из интернет-журнала Живое слово, автором которого является Марина Росс. А вы только послушайте. Эпиграфом для своего творения Марина взяла цитату из притчи, царя Соломона. Благоразумие дело человеком медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Итак, само стихотворение. Благоразумие вот игла, вот чем латаются все надрывы, любо дорого, тишь до да гладь, заживем, как Сказки счастливой, но игла-то в яйце, яйцо в ларце в тридевятом царстве. Дойдешь, как сносишь железные сапоги. Что, даром просишь? Давай, иди. А идти придется без нее никак. Ой-ой-ой, дается в железе шаг. Вот такое удивительное стихотворение. И мыслью глубокой заключен и своей такой удивительной звукописью. Спасибо Господи, Марина. Подходит к концу, и эта наша программа. И в конце ее прозвучат наши э, призывы помолиться э, о тех, кто так в этом нуждается. Сегодня имен будет, пожалуй, больше, чем во всех предыдущих программах. Оно и понятно растет число наших телезрителей и их доверие к нам. Ну и слава Богу. Я прошу ваших э, горячих молитв о здравии борящего архимандрита Елеферия, тяжко Александра, тяжко болящих младенцев Данила и Олега, Алексия, болящей Галины, Фатины и Георгии с просьбой о даровании им ребенка. Болящие Ольги с младенцем, болящие Фатини, болящие Елены, Ксении, младенцы Софии, младенцы Фатини, тяжко Наталья, Алексея, Анны, младенцы Юлиани, Александра, Елены, Натальи, тяжко Тамары, тяжко Василия, младенца Андрея, тяжко Романа, Евгения и Максима, Анны, болящие Татьяны, Виктора, болящего Олега, болящей Иулии, Елены, Евгения и младенцев Даниила, Олега и Софии. Они находятся в детском отделении онкологической больницы, и все трое – сироты, а старшему только три годика. Я благодарю вас, мои дорогие, за эти молитвы. Наша передача подошла к концу. Прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.